В Магадане завершили расследование об обороте наркотиков. 33-летний местный житель незаконно пересылал запрещенные вещества, а также сбывал их. Кроме того, данные статьи Уголовного кодекса подразумевают обвинение группы лиц по предварительному сговору избыта в особо крупных размерах. По версии следствия, с июня по август 2019 года обвиняемый договорился со своим знакомым из Санкт-Петербурга о доставке в Магадан крупной партии наркотиков. Согласно распределенным ролям, злоумышленники в период с августа 2019 по август 2020 года приобрели и организовали пересылку в Магадан смеси наркотических средств и психотропных веществ общей массой более 4 кг, что является особо крупным размером. Наркотики они хранили в одном из гаражей в областном центре для последующего сбыта на территории области. Противоправная деятельность группы была выявлена и задокументирована сотрудниками управления ФСБ России по Магаданской области, а наркотические средства изъяты следователями регионального управления СКР 13 августа 2020 года в ходе проведения осмотра места происшествия гаражного бокса. В результате совместной работы оперативники и следователи пресекли попытку реализации в регионе крупной партии запрещенных веществ. Такой объем наркотических и психотропных препаратов оценивают на черном рынке в более чем 10 миллионов рублей. Один из фигурантов дела, проживающих в Санкт-Петербурге, находится в розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Магаданец, обвиняемый в совершении двух особо тяжких преступлений, содержится в следственном изоляторе. Дело по нему направлено в суд.